Всем доброе утро, и у нас началась новая неделя. Обещает она быть очень насыщенной. И начинается понедельник у нас с комиссии на факультете. Нужно защититься, все рассказать, самая главная комиссия, ее пройти. И тогда можно сказать действительно, что год закончен. Собственно, сейчас я на эту комиссию уже и бегу. А что из этого получится? Смотрите. В общем, друзья, последних два дня много не снимал. В субботу ездил на авторынок смотреть автомобили. Особо ничего не было, понравилась BMW 323, но 99-й год, и он за нее хотел 2000, за 1900 отдавал, но бензин 2.5, пожалуй, нет, очень старая. И Hyundai Sonata была 3850, 2009 год, ну, тоже не захотел, поскольку еду домой, зачем оно мне надо. Потом уже приеду сюда, куплю автомобиль. А сегодня прошел аттестацию на комиссии, на факультете. Все отлично, продлили меня на второй год. Что ж, нужно учиться, писать статьи, публиковать, ездить на конференции и как можно больше, больше и больше. Что ж, сегодня у нас понедельник. В четверг утром я лечу в Украину. Маленький подарок жене, она не знает, она думает, что я приеду вечером, но я буду с самого утра. А на сегодня у меня осталось два дня в Литве, вторник, среда. Нужно собрать все вещи и отдохнуть. В общем, друзья, у нас новый день. Надеюсь, сегодня уже будет последний день в университете, поскольку хочется сегодня все закрыть, чтобы завтра уже расслабиться, просто собраться, собрать все вещи и поехать домой. В общем, на сегодня осталось, конечно, еще сделать по бумагам много чего, заполнить бумаги на конференции, на все остальное. Нужно еще закончить со статьей. Я хочу закончить одну статью и отправить ее в хороший такой журнал с импакт-фактором на рецензирование, потому что рецензирование может длиться довольно-таки долго. Долго это год, может два. Вот так вот. А если я напишу 4 такие статьи, то мне не нужно будет писать диссертацию, мне нужно будет написать просто реферат. Поэтому для меня это, можно сказать, приоритет номер один такой своеобразный. В общем, сейчас вот взял машинку на прокат, лечу в университет. Хочу сэкономить, там, пока я на автобусе буду ехать, это на полчаса больше. Хочу этих полчаса сэкономить, заняться делами, чтобы сегодня все успеть. Поэтому сегодня меня ждет очень насыщенный день. Короче, ребята, у меня нет слов. Приехал я опять в отдел докторантуры. Все привез, все исправили. Все должно быть хорошо. Начинают подписывать документы и говорят, ну, тут еще нужно исправить одно. Да ну ё-моё, идите колотить, вы издеваетесь. Ей-богу, третий раз уже приезжаю. Ну, нельзя было сразу все пересмотреть. Что вы думаете? Мне сейчас опять нужно ехать в центральный, в центр города, на факультет. А потом опять сюда, потому что я хочу все успеть. Потому что потом еще нужно нести бумаги в бухгалтерию. Ой, что-то сегодня вообще не говорится с этими документами. Ну да ладно, едем. Ну что, опять идем в университет. Сейчас на Volkswagen Up взяли. Такой вот интересненький. Ну да ладно.
суть в том, что еду в университет уже сегодня третий раз. Ну, надеюсь, что этот третий раз будет удачным, потому что ну сколько уже можно ездить. Забрал с собой некоторые вещи, которые мне нужно сделать. Было в центральном корпусе, буду делать их сегодня дома. Надеюсь, что дома есть свет, потому что вчера обещали, что света не будет. Вернее, не обещали, а предупреждали, что света не будет. Поэтому все так непонятно. Какой-то сегодня просто очень сумасшедший день. Давно такого не было уже. И это, конечно, ужас какой-то. Фух. Хочется все успеть. Хочется еще все-таки оформиться на работу на следующий год. Ой, короче, бешеный день. Сегодня бешеный. Завтра день будет еще не менее бешеный. Ну, надеюсь, все будет все.